Во время пайки желательно использовать вытяжку. Для того, чтобы сейчас она при съемке видео не мешала, я ее не включаю. Обкусываем. И теперь пробуем, запускаем монитор. Так, есть, и пробуем, его включаем. Так, включаем. Как видим, уже жужжащих звуков он не издает. И картинка четкая, хорошая. В принципе, можно считать, что ремонт монитора закончен. Собираем монитор в обратном порядке. Обязательно закручиваем все болтики на место. Приклеиваем заднюю крышку. И пользуемся. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всего доброго.